Семья 79-летней Валентины Морозковой поблагодарила сотрудников Управления миграции за содействие в оформлении необходимых документов для проживания их матери в России. За статусом иностранного гражданина носителем русского языка обратилась Валентина Морозкова. Она рассказала, что родилась и выросла в Северодвинске, но потом переехала жить в одну из республик бывшего СССР из-за болезни. В силу того, что вот мне приходится сюда приходить, справки приносить, еще что-то. И я вижу, что не только к русскоязычным, но тут и узбеки сидят, и азербайджанцы, и со всеми уважительно очень. И я-то удивляюсь тому, что объясняют раз по 10, человек не понимает. А его потом остановят и говорят, поняли или нет. Он там говорит, да не совсем, и еще раз объясняют. После получения решения комиссии о признании Валентины Морозковой носителем русского языка, она сможет подать документы на получение вида на жительство и далее на получение гражданства России. Мы сегодня уже в течение дня сделали все, что необходимое. То есть в единственный приход к нам, гражданина, мы предприняли все меры для того, чтобы в следующий раз ей приходить не пришлось. То есть мы провели необходимую процедуру, в том числе дактилоскопирование, которое потребовалось бы при подаче документов на вид на жительство. Ну и обеспечим выезд сотрудников для того, чтобы ни маломобильному гражданину фактически не ходить лишний раз к нам сюда. Свой 80-й день рождения Валентина Николаевна встретит уже будучи гражданином России.